В преддверии лета тюменские врачи призывают родителей внимательнее следить за своими детьми. Риск получить травмы в этот период возрастает. К слову, с начала года в травмпункт ОКБ номер 2 поступило больше 12,5 тысяч детей и подростков. Из них 3 тысячи с травмами головы. Такую статистику озвучили сегодня журналистам. Ушибы, ссадины и даже черепно-мозговые травмы получают в основном на улице. Во время прогулки, на качелях или детских площадках. Необходимо помнить, если ребенок все же получил травму, нужно сразу обратиться в больницу. Я скажу, что здесь. Если родители заметили на голове припухлости, ушибы, ссадины, то однозначно нужно обратиться к врачу, чтобы врач провел диагностику и исключил повреждение головы. Вот. Если проявляется рвота, это самый частый признак черепно-мозговой травмы, судороги и все. То есть первая помощь, конечно, холод к месту ушибов, обезболивающие. Ну и уже потом осмотр специалистов. Также врачи регистрируют немало отравлений жидкостями для розжига и средствами для обработки растений. Только с начала 2019 года в отделении токсикологии УКБ номер 1 приняли 102 маленьких пациента.